Изменение климата – один из главных вызовов современности. Разница всего в пару градусов влияет на природу. Климатические области сдвигаются. Теплые зимы, раннее наступление весенних процессов, увеличение вегетационного периода, засуха – это напрямую влияет на сельское хозяйство. В Беларуси уже изменились границы агроклиматических областей. Северная область распалась, на Полесье образовалась новая. Сельское хозяйство сталкивается с пересыханием пахотного слоя. Потепление снижает урожайность традиционных культур. Климат определяет природные условия, в которых нам комфортно жить. Любой сбой приводит к последствиям, с которыми нужно справляться. Тенденции климатических изменений сохраняются, а значит, нужно уметь приспосабливаться и приложить максимум усилий, чтобы помочь природе.